Извините, не тот файл. Это личное. Продолжаю поиск локации. Данные устарели, локация пройдена. Секундочку, обновляю базу. Опять не то. Совпадений не найдено. Ори не может построить маршрут на золотую конференцию, что же делать? Выглядит, что... Добрый день! Выглядит, что у нас помощник Ори не может никак нас помогать, Копане. Да, Катрин, искусственный интеллект, это, конечно, хорошо, но без менеджмента на сцене все же не обойтись. Да, никак без нас. Добрый день, дорогие предприниматели, добрый день все, которые смотрят нас через экран. Мы сегодня с Копани вам хотим представить очень такой крутой возможность, которая представит вам компания. Oriflame. Добрый день, друзья. Да, сейчас мы поговорим о возможности путешествовать. Да? И, Катрин, почему же компании так важно инвестировать в международные конференции? Очень простой ответ. Путешествие – это один из драйвов нашего бизнеса и, конечно, рост новых званий. Поэтому мы обязательно об этом везде говорим. И после всех наших конференций мы очень много видим все-таки роста. После менеджерских конференций мы видим роста, и говорить об этом тоже обязательно надо, что очень многие люди, которые мечта была путешествовать, они присоединялись к компании Oriflame, и сейчас они являются частью топовых лидеров. Да, Oriflame единственная компания прямых продаж, представляющая возможность бесплатно путешествовать в формате «все включено» для партнеров уровня менеджер. Да, и мы, компания Oriflame, считаем, что бесплатная конференция – это очень важная инвестиция. Мы обязательно хотим инвестировать для наших будущих менеджеров, будущих лидеров. Ведь менеджеры – это наши будущие директора, наши будущие звания и наш будущий успех. А теперь представьте, если мы скажем вам, что… Стоп, Катрин, я прямо хочу подтянуть тут интригу, ведь новости действительно очень крутые. Давай потянем чуть-чуть интригу. Представьте себя, что было бы, если ваши менеджеры могут принимать участие в международной настоящей золотой конференции. Да, правильно услышали. В 2020 году Oriflame дает шанс вашим менеджерам поучаствовать в золотой конференции. Катрин, представляешь, какой заряд мотивации и желания расти получать менеджеры, которым удалось побывать на золотой конференции. Да, и представляешь, Копани, я слышала такое, что очень многие наши топовые лидеры любят тоже участвовать в нашей менеджерской конференции, поэтому что наши менеджерские конференции очень известны своей энергетикой и очень крутыми тусовками. Поэтому будет возможность для всех золотых директоров участвовать и в менеджерские конференции. Мега-конференции, да? Итак, какой же формат нас ждет? Первые 4 дня менеджеры и золотые директора и выше проведут вместе на мегаконференции. А остальные уже 3 дня – это основная часть золотой конференции. Ну, Копани, а это когда это все у нас будет? Совсем скоро. Уже осень 2020 года лучшие из лучших соберутся вместе, чтобы отметить свой совместный успех. Я думаю, сейчас вопрос... Когда или где? Где? Чтобы узнать это, давайте посмотрим небольшой ролик. Внимание на экран. Та-дам! Итак, в 2020 году мы встречаемся в солнечной и яркой турецкой ривьере. А? Катрин, правильно ли я понимаю, что Турция достаточно известный курорт для жителей стран СНГ? Да, Турция очень знаменитое место. Но, дорогие, не перепутайте, это не то Турция, которую вы можете купить в любом турагентстве. Это то Турция, где любит себя купить, это очень такая эксклюзивная часть Турции, где любит себя купить недвижимость. Такие звезды, как Лопес, вот эти молодые люди, там Анжелина Джоли, все такие знаменитые люди. Вместе, думаю. Вау, то есть мы будем соседами? Ну, точно я знаю, что мы все, которые поедем туда, мы будем искать, где они там живут, да? И еще я могу вам сказать, что в этой очень крутой гостинице, в которой мы будем с вами жить, осталось на саммите 20 больших стран мира на такой знаменитый человек, как Барак Обама. О, думаешь, этот отель будет по стандартам Oriflame? Это хороший вопрос. Я знаю, что очень круто, я уверена, что очень круто, но мы туда отправили своего такого агента, который для нас все это проверил. Внимали на экран. Каждый год многочисленная команда организаторов трудится над тем, чтобы золотая конференция Oriflame прошла в лучшем месте. Ведь это главное событие в жизни компании. Чтобы все прошло на высочайшем уровне, уже сейчас началась подготовка к мегаконференции 2020 года. Хорошо, я сделаю все, что от меня требуется, даже больше. Команда организаторов Oriflame выбрали лучшие отели турецкой ривьеры и решили снарядить специального агента и признанного независимого эксперта популярных шоу телеканала «Пятница» Александра Молочко для их проверки. Александр известен своим внимательным подходом к вопросам сервиса и соблюдения правил в сферах обслуживания. Именно поэтому он был избран для выполнения этой ответственной миссии. Самолет с ним на борту уже заходит на посадку. Цель Александра Молочко – проверить, насколько выбранные отели соответствуют высоким стандартам Oriflame. Каждый из них будет оцениваться по одинаковым параметрам. Номерной фонд, зона спа, развлечения, рестораны, зоны пляжного отдыха. Александр к делу! Добрый день. Добрый день. Я спецагент Oriflame. О. Как же это вкусно. Я съел бы все, но нам еще нужно многое посмотреть. Thank you. Александр Молочко проверит все, до чего сможет добраться. Для этого у него есть специальное оборудование. Проверку я начну с номерного фонда. И остановлюсь вот на этом, самом обычном номере. Так, номер стандарт. Эх, лучший инструмент, который помогает нам узнать о качестве сервиса испокон веков, это, конечно же, мой платочек. И начнем с картины, где обычно всегда много пыли. Чисто. Номер очень большой, чистый, выполнен в европейском стиле из дорогих материалов. Здесь есть все для полноценного отдыха. Из номера открывается потрясающий вид на реку. Это номер стандарт другого отеля. Что мы имеем? Шкафы, 5 шкафы. А ванна где? А ванны нет? Подожди. А вот она, это оказывается Нарния. Очень, кстати, крутая задумка с дверями. Смотри. Так, ну что ж, проверим на чистоту. Чисто. Настоящая роскошь, интересные решения. Не такой большой, как предыдущий номер, но очень уютный. На самом деле номер очень хорош. И флажок Oriflame здесь стоит заслуженно. Пойдем дальше. После проверки номеров я решил немного отдохнуть в спа. Разумеется, шикарная турецкая баня и бассейн, который выходит из здания на улицу, не оставит меня равнодушным. Купа, а это что за двери, почему они закрыты? Я же из Oriflame. О, вот это настоящая турецкая баня. Камень очень-очень сильно горячий. Сейчас на самом деле чувствуешь себя султаном. Этот отель известен своим спа. Оказавшись здесь, как будто попадаешь в сказочную пещеру, в которой тебя ждет настоящий праздник отдыха и релаксации. Саш, ты знаешь, у меня эти дни были очень тяжелые. И я считаю, что мне надо расслабиться. Я пойду на массаж. Когда устаешь сидеть в отеле, хочется выйти прогуляться, сходить в магазины в местные, в клубы, в бары и так далее. И вот я сейчас нахожусь на одной из таких улиц. Но самое интересное, что эта улица находится в этом отеле. Здесь даже светофоры есть. Oriflame. Мечты сбываются. Алло, Дим. Да. Ну, первый отель проверил. Выдвигаюсь во второй. 10 ресторанов, 14 баров, детский клуб, шоу-программы и много других развлечений доступны для гостей. Все для того, чтобы они не заскучали. Hello. Hello. You are from Russia? Not. I'm from Oriflame. Understand, as usual. Thank you. Здесь знают, что любят сотрудники Oriflame. Нет, конечно, изобилие фуршетной линии радует. Здесь итальянская, французская, немецкая, турецкая, даже русская кухни присутствуют. Многообразие уникальных вкусов и изобилие свежих овощей и фруктов. свежевыловленные морепродукты и мясные деликатесы. И, разумеется, сладости и выпечка на любой вкус доступны гостям каждый день. А сейчас мне предстоит пройти самое тяжелое испытание – проверить фудкорт в другой гостинице. Саша! Саша, останови меня! Саша, тормози меня! Я больше не могу ей, Саша. Давай ты. Давай ты. Разумеется, самое интересное я оставил напоследок. Дойти до этого местного пляжа слишком банально. Поэтому до него можно доплыть на комфортабельном катере. Ты знаешь, классно, когда у тебя целый километр пляжа, никто не мешает, и все море в твоем полном распоряжении. Самая длинная береговая линия в Турции – 700 метров. Что ходишь? Где собирайся, нам в следующий отель пора. Ты знаешь, в этом бассейне можно готовиться к триатлону. Что-то я подустал. Дай-ка руку. Я пробежал ради вас все побережье Турции. Проинспектировал сотни отелей и выбрал только лучшие. Мы ждем вас в турецкой ривьере. До встречи. Это было невыносимо. Невыносимо круто. Все на почте. Отлично, я как раз уже смотрю. Все очень здорово, миссия однозначно выполнена. Спасибо тебе, но не все так просто и не все так быстро заканчивается. Судя по предыдущей квалификации на конференцию в Турцию, у нас невероятный ажиотаж. И я вижу, что нам, скорее всего, нужен будет еще один, а то и два отеля. Так что нам снова нужна твоя помощь. Ты готов? Я всегда готов. Я выполню эту миссию на 100% и даже больше. Отлично, мы верим в тебя. Я полетел. Спасибо, Александр. Ты проделал огромную работу и удачи в новой миссии. Ну как, у вас появилась полная уверенность в качестве? Сколько вы думали, что надо салфетки с собой, да? Сразу в начале. И сколько кушать можно? Я раньше вам не сказала, но этот резорт, это all-inclusive. Это все включено 100%, так что это очень круто. Ну, давайте подведем итоги, что же такое мегаконференция и почему это круто. Во-первых, квалификационный период выравнивается между лидерами, которые квалифицируются на золотую конференцию, и менеджерами. Во-вторых, возможность участия в мегаконференции всей командой, и менеджерами, и золотыми директорами, и выше. Вместе больше мотивации и драйва. И, как я уже вам сказала, этот резорт все включено, ультра все включено. Такого раньше не было для золотого конференции. Как квалифицироваться на золотого конференции, это вы все знаете, да? Уже начиналась квалификация из этого каталога, и вся информация есть на сайте. Да, и условия квалификации для менеджеров будут объявлены в каталоге номер 11. Внимательно следите за новостями компании. Ну как? Поедем? Да. Увидимся на новой золотой мегаконференции 2020 «Турецкая ривьера». Спасибо. Спасибо вам.